Здравствуйте. Записываю видеоотзыв о курсе Poker Pro. Немного о себе. То есть мне 35 лет. В покер играл 10 лет назад. Сейчас решил немного вернуться с целью, что в онлайне сейчас бум покера. Из-за ситуации с пандемией все сидят дома. Из этого решил поучиться покеру. Курс проходил напряженно, то есть как бы особенно, то есть все настройки, весь инструментарий Poker Pro, это программы, как вы видите, у меня появились. Это Holder Manager, FlopZilla для разбора раздач. То есть, ну, плюс немножко еще играл. Домашние задания. То есть, очень мало было времени, но поначалу мог время уделять, разбирал раздачи, то есть выбирал. В первый раз в жизни начал разбирать раздачи. Да, на самом деле очень улучшает игру, правда, помогает. Особенно на ривере, когда в тебя там летит какая-то непонятная ставка, и ты думаешь, на чем он здесь может ставить, и получается скрывать блефы. Ну, то есть, как бы сильно с этим тоже не надо перебарщивать, но очень хорошо помогает разбор задач. Чем помог улучшить курс, это именно разбор за слабые места. Слабые места у меня это связано с оверфолдами. То есть я постоянно перекалываю. То есть я теперь это понимаю. И как бы оно продолжаю это делать. То есть составление чек-лист ошибок очень мне тоже помогает. Я думаю, если я справлюсь, если не буду ну, делать ненужные колы, то начну играть в плюс. То есть какие результаты были у меня до курса? Ну, я тоже играл небольшой минус. А на курсе я, получается, вот мой график на... Я зарегистрировался на восьмерках и на гадс-покере. И вот это мой результат игры за этот месяц. То есть на гадс немножко минус, там что-то $10. На восьмерках минус 40. Но там еще за счет бонусов мне, как бы я не столько проиграл, еще там возвращают. То есть это именно график по игре. Так, курсом я доволен. Всем, особенно куратор Сергей, очень помогал, делал видео. Ну, конечно, Петр видео очень... То есть я это вообще даже не мог представить себе, что такие знания есть. Просто глаза открыли, что можно обучаться. Сергей очень помогал вот этими домашними заданиями, разборы видео групповые, где он проводил. Ну и что я ожидаю? Ожидаю погриндить новогодние праздники и уже там делать выводы. Дальше учиться или нет. Всем как бы спасибо. Я очень доволен. Будем пробовать гриндить Новый год и Рождество.